Здравствуйте, дорогие друзья! На связи Ильнар Мухамедзянов. Это короткое видео о том, как создать свой кошелек криптовалюты Эфир. На сайт кошелька Эфира можно попасть либо с основного сайта. В самом низу страницы есть My Ether Wallet. Либо по ссылке в описании к данному видео. Итак, нажимаем My Ether Wallet, перехожу на сайт кошелька монеты Эфир. Тут необходимо ввести пароль, минимум 9 символов. Если у вас плохо с запоминанием паролями, можете его записать к себе в блокнот. Далее нам необходимо нажать кнопку «Создать кошелек». Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Нажимаю «Создать кошелек». Поздравляем, ваш кошелек успешно создан. Нам необходимо скопировать закрытый ключ. Соответственно, можете прописать здесь закрытый ключ. Копирую закрытый ключ. Он очень понадобится вам. Его нельзя терять. Его обязательно нужно записать. Далее копируем адрес кошелька. Без этого адреса тоже никак нельзя работать. Тоже его сюда записываем. Далее. Скачиваем вот этот вот файл себе на компьютер. Я не знаю, в чем причина, но иногда этих файлов бывает... вот он, второй файл здесь, все верно. Оба файла нужно скачать к себе на компьютер. Далее. Сохранить этот текстовой документ. Допустим, назвать его кошелек. Далее создать папку. Допустим, тоже будет, пусть будет кошелек. Отправить туда два файла, которые мы скачали с сайта. И отправить туда наш текстовый документ с нашими данными. Все. Ваш кошелек создан. Вы сохранили закрытый ключ, сохранили ваш адрес, сохранили пароль и сохранили два файла. Этих данных будет достаточно для того, чтобы пользоваться вашим кошельком криптовалюта Эфир. Всем пока, до следующих видео.